Кусок мяса и испорченная рубашка. Актер театра имени Станиславского стал призером международного конкурса театральной фотографии. Оригинальные снимки удалось сделать при помощи коллег по цеху. В итоге Руслану Маевскому удалось занять сразу 3 призовых места по различным номинациям. Антон Александров расскажет подробности. Сегодня Руслан Маевский с гордостью демонстрирует фотографии, сделанные для международного конкурса. Попробовать себя в новом направлении творчества решил актер театра имени Станиславского ради популяризации родного театра за рубежом и собственного творческого развития. Во время подготовки к фотосессии взаимодействовать приходилось с разными службами театра. Тут я получился режиссером. То есть я ребятам говорил задачи, что нужно делать на фото, какие эмоции, что я хочу донести этой фотографии. И для меня это было, какие-то такие чувства смешанные, потому что вот те люди, которые со мной работали, я буквально 3-4 года назад ими восхищался, в плане того, что я хочу, как они. В общем, на международный конкурс «Театр в фотообъективе» Руслан Маевский отправил 20 разножанровых снимков. Создавать их приходилось в театре при помощи коллег по цеху. Использовали также реквизиты с постановок «Федра», «Ревизор» и «Навстречу мечте». Для съемок даже пришлось испортить рубашку, разобраться в тонкостях изготовления красок и прикупить кусок свежего мяса, рассказывает Руслан Маевский. В итоге работы получились с оригинальным художественным замыслом. Я пытался сделать из того, что есть. То есть, если что-то не хватало, я покупал за свой счет, немного, как кусок мяса для фотографии. Также телевизор я привез. Допустим, некоторые моменты со светом не получается так, еще как-то. И огромный плюс или минус я не знаю, но в том, что нельзя было использовать Photoshop. То есть, если есть свет, там можно чуть коррекцию сделать, но не явно. Конкурс проходил в онлайн-формате. Свои работы на соцжюри прислали любители и профессионалы из 19 стран мира. В номинациях «Ретро-фото» и «Свободное фото» снимки Руслана Маевского заняли первое место. Серебряной наградой отметили труды начинающего фотохудожника в номинации «Портрет». Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.